Это, блядь, займы, идите нахуй, блядь. Мне ваши займы нахуй не нужны, чтобы вы сдохли все, блядь. Life after death. Поэтому прошлый нам не зашел. Будем надеяться, что вот этот такой не будет. Хотя, может быть, и будет. Но надеюсь, что нет. Механика такая же. О, чёрт. Хули тут так мало? Это наша точка, блядь. Как же, блядь, башка, пиздец, что с нами произошло? Вообще ничего не понимаю. И не помню. Может, мне въебали? Маус left, маус use. Кто писал-то хуйню? Непонятно что, это одежда CJ из GTA San Andreas. Это тряпка для того, чтобы подстилка для бомжа, ну а тут ничего нет. Ладно. Пойду-ка я. Пицца? Пиццу захотел. У меня денег нет, поэтому я жру какую-то лазанью, верно? Да, это охуенная. Это паста, но это не карбонара, естественно. Это просто паста в томатном соусе с зеленью и с помпушками. Открой уже, ёпта. Не делай из хоррора, блядь, комедию, заебал. Здесь слишком темно. Нужно где-то найти фонарик. Ёбаные крысы. Фонарик. Открой, сука. Алло? Ты очень плохо вел себя в детстве. Пришло время оплатить по счетам. Не оборачивайся, если не хочешь умереть, сучка. Праздник считается за день? Смотри, какой праздник, точнее. Мартина Лютера Кинга? Тогда нет. Почему нет? На работе у всех выходной. Господи боже, я даю вам ровно 7 дней. Потом я приду к вам и убью к чертовой матери. Плевал я на праздник. Блять, трубу прорвало опять. Так, труба у нас идет вот сюда. Надо перекрыть. Ты че, ебанутый? Дай мне перекрыть. Ой, бля. Вот именно вот эта дощечка, она подходит. А именно другие нет. Ебать мой хуй. Слышь, нахуй. Ну, это просто глюки, это невозможно. Не может быть чего-то такого ебаного на самом деле. Это все галлюцинации. Джесси, сегодня тебе 5 лет. Мы пойдем в парк, будем есть сладкую вату и мороженое, а потом будет огромный торт и свечи, ебать, которые ты должен задуть, загадать желание, ну знаешь, типа там Sony PlayStation или Xbox, там вся хуйня, может быть нормальный компьютер, если не ебаный консольчик и так далее и тому подобное, может быть кроссовки от Nike, ну ты знаешь. С днем рождения, сынок, ёпта. Твои родичи.
мать! Ёб твою мать! Как? Да ты бесишь нахуй. Межгалактическая шлюха! Дак, где Фрэнки четыре пальца? Откуда я знаю? Я ведь не его мама. Но я его скоро увижу. Скоро это когда? Он говорил, что ему нужны наличные. Сказал, что вернется сразу после боя. Какого еще боя? В смысле, после боксерского матча? А дипломат при нем? Да, дипломат при нем. И этот чмо делает ставки? По-моему, ты просто тупорылый, вот что я тебе скажу. Ты вообще как, в курсе, почему его зовут Фрэнки Четыре Пальца? Понятия не имею. Я уверен, он сможет заплатить. Только не моими деньгами. Зубную щетку взял? Мы летим в Лондон. Ты слышал? Я вылетаю в Лондон. Ави! Заткнись и сядь, лысый пидор.